Смысл вам показывать скорость на автобане, где я еду. Как бы, кому оно надо? Я не вижу в этом смысла, если честно, записывать какую-то там бешеные вот эти скорости. Там, ну, но оно не нужно, и все равно там шумно, ничего не слышно было, не было. И, короче, одни минусы. Я просто вот решил тут Кавасаки чуть-чуть прогреть. За короткий промежуток времени я проехал довольно-таки нормально километраж. Давно уж так не делал, если честно, но Кавасаки тоже хочет, чтобы ему иногда дали прогреться мотору, все масло, вот это все. Сейчас я так и сделал. То есть ехал местами прям большими тресками там. Было и 190 ехал, было и 220 ехал. Даже нет, 220 нет, не ехал. 210. Ну, короче, я за час проехал столько километров, сколько уже давно за час не проезжал. Во-вторых, я сейчас поеду в гости. Так, все. Хрен знает. Все. Камера на месте. Я сейчас заправился, перекусил. Нахожусь в районе Эмсленд, называется у нас. Это северный регион в Германии такой. Такой северо-запад, я бы даже сказал. То есть мне тут до Голландии прям рукой подать. Какие-то вот умные товарищи выезжали, бак соляркой не закрыли крышку, солярка разлилась, вон Нива стоит, а вот Подоборн наши товарищи. Короче, навигацию включил, если что не пугайтесь, будет у меня такая блондинка между делом говорить по-немецки, не пугайтесь. Итак, мне осталось в принципе ехать что-то вроде около часа. Я хотел как бы вот в это время уже быть там, куда я сейчас еду. Это Серега. Кто поет? Ага, поет. В гостях у... Всем привет. А, вот он. То утром так прям свежо было. Я там потихоньку собирался, не торопился. Я решил камеру включить именно сейчас, потому что здесь будет что показать, здесь какая-то красота, какие-то там, я не знаю, вот дома, здесь какие-то есть постройки, вот как Голландия, там вот это вот северная, чуть-чуть архитектура другая, дороги вот, скучные дороги, прямые, а в этих регионах северных, в принципе,
На мотоцикле ездить только удобно, как вот на чоппере каком-нибудь, Harley Davidson, где вот ты сел тупо и сидишь прямо, да, то есть без поворота. Так же, как вот мы ездили в город Бремен. В Бремен, я думаю, мы как-нибудь съездим, наверное, еще и с семьей. Два больших минуса того, что я ехал сейчас быстро очень по автобану. Во-первых, ты устаешь. Огласите весь список, пожалуйста. Прям сильно устаешь. Во-вторых, бензин улетел прям, как говорят, в трубу. А у меня-то на мотоцикле их две. Ну, он вроде бы как прогорал, успевал. Но все равно, то есть бензин ушел прям жестко. Конечно же, тут хорошо на велосипедах ездить, у тебя дорога ровная, тут можно, вон он ездит на нормальном велосипеде. У нас там на нормальном, ты куда ты поедешь? На юге я был, там вообще вон эти горы, этот на e-bike нужен с аккумулятором. А здесь вон, ровная дорога, вон старый велосипед, без аккумулятора. Сел, поехал, дорога ровная. Че тебе париться-то? Красота. Мусорка вон тоже кто-то бросил с Макдональдса, ну что за... Свинтусы есть всегда, как бы, еще без этого ничего не проходило. Сразу светофора две полосы сплошные, чтобы ты не начал обгонять. Чуть-чуть разогнался, а потом есть разрешено уже, можешь ехать. Вот едет две велосипеда на крыше. Это тоже такая штучка, конечно. Выглядит неплохо, но страшновато, что-то мне надо смотреть. Там уже на знаках на этих, на дорожных уже голландские деревни стоят, города. Потому что ты съезжаешь, проезжаешь 5-10 километров, и ты в Голландии, реально. Вот это прикол, да? Блин, этих... Вот этот ровной дороги вообще, вот вообще, ну никакого экшен нету, скучновато. Крестов, вот даже ровная дорога, да, крестов, сколько я уже видел сейчас из бок дороги, да, кто вот жизнь потерял в какой-то автокатастрофе. Это, конечно же, очень печально. 20 минут später. Вот, смотрите, вот, как в Голландии постройки, красный кирпич. Дорога прямая, там горизонт сливается, и завод 1-2 километра машина спереди едет, постоянно, и я не могу понять, я не могу нормально, в здравом уме, оценить расстояние. Вот ее не было вообще, сейчас он на встречку машину, он раз, уже возле меня, это очень опасно. Здесь, конечно, вот это вот деревья близко очень к дороге, минус большой это всего какой? Падает листва, сыпется на дорогу, пойдет дождь, и это тебе гололед, обещаю. Вот голландцы. Блин, ну
Что они сделали не так с кукурузой? Или у них были дожди, или у них было не так жарко, я не знаю. Вон там стоял знак свежие яйца. Яйца-то свежие. Вот дома, смотрите, какие красные кирпичи, все дела вот эти вот, да? То, что этот голландский стиль такой, да, вот этот вот построечка. Вот красная такая, как они говорят, красная клинка, кирпич красненький, вот этот вот. У нас как бы он есть, темный сейчас стали делать, обжигать у нас вот этим вот, на огне проходит. А здесь как бы вот этот стиль, Голландия, все. По-своему, конечно же, тоже красиво, базар, ну вот, вот мне вот такие вот старые что-то нравятся, вот это вот еще с той Германии, как, пожалуйста, тут есть какие-то такие штучки, штучки-дрючки. Да, нам вон там видно уже перекресток какой-то. По-своему очень, кстати, даже здесь интересно вот, вот такие вот вещи посмотреть. То есть даже вот у колхозников здесь как-то дома, какой-то стиль вот этот вот, Голландия, все прямо, я все Голландия, Голландия. Вот сейчас мы спустились еще ниже, то есть сейчас уже у нас море прям уровень, да. И вот ветер, откуда ни возьмись, сейчас вот ветер как вот песня, знаете, вот ветер с моря дул. И вот здесь... Это песня как нельзя кстати, вот видно не судьба, видно не судьба, потому что ну вот так вот ветер с моря, это всегда есть, потому что у нас холмы вот это все горы там задерживают, затормаживают, а здесь ты едешь, вот вроде бы, ну все 20 минут назад было все же нормально, все же было отлично, а сейчас вот все, сейчас у тебя ветер откуда не возьми, особенно боковой, он меня вообще выносит, там ты едешь, себе как мотнет. ОЛ, вот он, ОЛ номер, ОЛ, ЕВ, ОЛЕВ, а есть еще Олег, видно? Да, вон, ОЛЕВ, у них есть автобусы вот эти, О, это Ольденбург, там у них ЕГ написано, и получается, на номере написано все время Олег, там получается вот Бремен, Ольденбург, по городу здесь автобусы, у них номера на машине, на автобусе Олег, вот так вот. Ну вот, направо посмотришь ровно, аж горизонт, как зеркало становится, стекается. Налево, везде, все одинаково. В целях экономии топлива какого-то там, да, то есть это кайф. А вот, чтобы какое-то наслаждение иметь, какого-то движения, ну нет. Скучновато. Скучно. Eine Minute, 37 Sekunden später. Скучно. И, кстати, у них чуть-чуть бензин дороже здесь, на севере. Сколько я сейчас? От дома я нахожусь 220 километров от дома. Я уже свалил. В принципе, мне передвигаться еще немного, если так вот подумать. Через 2 километра будет 17 тысяч на одометре. Одо. 17 тысяч я проехал. Вот. Мотоцикл был весной. 3 года, да, ну как бы зимой-то он не ездит. Я, в принципе, сейчас уже вот на за пару месяцев движения я накатал пробег, который за последний сезон весь наездил. Ну, в том году был реально немного пробег. Да что ты, блин? О, я неправильно баклаху одел, она теперь мне на брови съезжает, какой-то дискомфорт образовался, не очень приятно. Ладно, вот канал, пожалуйста, вода. Мост такой еще мощный. Обалдеть. Ну, мощный. Для чего он такой мощный? Потому что на нем фуры проезжают по мосту.
Здесь он какой-то завод какой-то. Что за завод? Завод. 8 километров от Папенбург. Двиншот. А вот и полиция. О, здрасте. Так, забор покрасьте. Тут что, на Пассате ездит? Колхоз. Лак-центром. Ну что, опять я буду стоять? А, да, светофоры, кстати, я заметил тоже. Только с магистрали спустился, такая же беда была. Старые. Они не понимают, что подъехал мотоцикл к светофору, сенсоры, плата. Все очень такое запущенное. У нас уже как-то здесь продвинулись чуть-чуть в эту сторону, в лучшую. Это что тут стоит? На Зексу на отмета, что ты говоришь? Со мной начала разговаривать блондинка. Ура! Ура! Я название улицы-то не вижу. Здесь я? Да. Ну, дом новый построили, большой. А так в основном маленький, вот. Кирпич, видите, какой красненький, вот. Сейчас, наверное, видно, да? Да, вот так, вот. Красный кирпич. Вот эти скворечники квадратные. Ну, их видно, строили 10 штук подряд 40 лет назад. И все. Вот, все клинка, красный кирпич. Это голландский дизайн такой, Голландия. Что тебе надо? Куда ехать? А, блин, я не знаю, куда я приехал. Ну, навигатор ничего не говорит, значит, едем прямо. Неужели я приехал? Окей. Вот я заехал в какой-то центр, скорее всего, такое, ну... деревня, да, какую-то центральную улицу, потому что здесь вот эта плитка выложена прям по центру, красная, даже красная плитка центрового дорога. Обалдеть, я такое только в Голландии вижу, видел. Да, чуваки тут, конечно, вон, пухленькие, еще и на e-байке. Зачем вам e-байк? Вы нормальными велосипеде педали крутите, чтобы похудеть. Не знаю, что ты хочешь от меня? Здесь, наверное, повернуть. Я название улиц не вижу, вот эти вот знаки. У нас их видно за километр. Такая же... Вот это церковь, обалдеть. Это? Где название улицы? Объясните мне, пожалуйста. Вот вам и постройки. Вот я еду сейчас как будто в Голландии. Но тут, в принципе, Голландия очень близко. Что-то я заехал. Я куда-то в тупик заехал. Тут детский сад. Амзельштрассе. Здесь тупик. Навигатор меня. Навигатор меня, Амзельштрассе. Чего чувствую, что уже очень близко. Иначе у меня в деревню. Куда Линкс бегает? Здесь? На Линкс. Да. Здесь налево. Фазанен. Ну здесь вот. Ё-моё, частный сектор. Неужели? Серьёзно?